В зале групповых занятий у нас проводился фитнес-марафон. Хотела бы пригласить девочек, которые в нем участвовали. Человек у нас принимало участие в полуторачасовом беспрерывном марафоне. И я думаю, что если бы сегодня все присутствующие видели, какими девочки покидали наш зал, запотели стекла, в общем, это было такой полный заряд энергии сегодня получили девчонки. И боролись они сегодня за трехмесячный абонемент. И хотела бы поздравить с почетным третьим местом Причентовскую Виту. Место у нас заняла Ильина Наталья. Первое место заняла Шипута Инна. И трехмесячный абонемент в наш фитнес-клуб. Итак, в первую очередь мы бы хотели наградить самых верных и преданных клиентов, которые вместе с нами с самого открытия клуба. Их не так много. Они пришли кто 1 октября, кто 9, 10. Мы взяли этих клиентов, и сегодня мы с радостью готовы их видеть. И Ильина, Наташа у нас в этой номинации. Итак, к ней присоединяется Зубченко Оксана и Камус Владлен. Хотели наградить тех людей, которые поменялись на глазах. И в номинации «Наилучший результат» в категории «Мужчины» мы бы хотели пригласить к нам Конунец Олег. Я бы хотела вам задать вопрос. Насколько же вы похудели у нас? Почти 40 килограмм. И в женской номинации наилучший результат хотели бы пригласить Шутенко Викторию. Следующая номинация нам бы хотелось наградить не только по одному человеку, а целые, скажем так, семьи. Это у нас мама, бабушка и внучка. Спасибо, что вы к нам ходите, спасибо, что вы у нас есть, и очень рады тому, что вы удостоились такой прекрасной номинации. Спасибо. Семья Михаленко. И маленькая фото. Следующая номинация, это достаточно такая спорная, мы думали, многие люди претендуют на это звание. Звание достаточно мужское, властное такое. Эта номинация называется «Мистер Бицепс». Ну, сейчас выйдет человек, я думаю, что все уже его начинают глазами искать. И на сцену выходит Волынец Олег. Thank you.
провели статистику. Из 365 дней в году этот человек побывал у нас на занятиях 326 раз. То есть выходных у него было буквально раз-два и обчёл. И этот человек, он бывает даже там на полчаса заходит, на 40 минут, но он не пропустит дня тренировочного дня. И мы благодарны вам за то, что вы являетесь тем человеком, который, ну, вы приходите даже чаще наших сотрудников, поэтому уже скоро придется вас принимать в штат. Это Сухачев Андрей. Самая важная, самая главная номинация. Это у нас мисс форма и мистер форма. Мы долго думали, кто же будет счастливая, с ребятами мы определились, конечно, практически единогласно, и хотели бы пригласить сейчас на мисс форму девушку, которая уже выглядывает. Это Хабенко Аня. Вы стали мисс Формари, которая будет представлять тебе все телеканалы, все видеокамеры, все направлено на тебя. Ты гордость нашего клуба. И хотелось бы задать тебе вопрос, что для тебя является фитнес в твоей жизни? Вообще жизнь слишком коротка для того, чтобы быть не в форме. Спасибо тебе большое, но не уходи, мы хотим дождаться мистера Форма. Итак, Лученко Виталий стал мистером Форма. Итак, мистер Форма. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что эти два года мы проводим вместе с вами. Аплодисменты для вас. Мы сейчас разрежем этот тортик и всех приглашаем на фуршет, на суши. У нас партнер наш ресторан Киото, который сегодня представляет самое лучшее, самое свежее. Это те блюда низкокалорийные, которые мы готовы сегодня вам предоставить. И благодарим нашим партнерам за то, что они у нас есть. Спасибо большое, что пришли. БЦТВ, скажите, пожалуйста, как вам удается держаться в такой прекрасной форме? Заниматься в фитнес-клубе «Форма» 5-6 раз в неделю, это основное. Что вы хотите пожелать? Конечно, я поздравляю коллектив фитнес-клуба «Форма» с вот этим праздником особым. Особенно поздравляю Марину, директора фитнес-клуба «Форма», весь коллектив наших тренеров, профессионалов, за то, что они дарят мне те эмоции, которые я ощущаю сейчас. За то, что они вкладывают не только свои физические силы, но и моральные силы на развитие клуба. И, конечно, сколько раз, где бы я ни бывала, в любом городе или в стране, я все время возвращаюсь в клуб «Форма», но это для меня как второй дом. Вы работаете в фитнес-клубе «Форма». Скажите, пожалуйста, сколько лет вы здесь работаете? Я работаю с самого открытия этого фитнес-клуба «Форма», то есть уже 2 года вместе я с этим клубом, который очень люблю. Что вас привлекает в данной работе? В первую очередь я считаю, что я работаю в самом лучшем клубе города Белая Церковь. Конечно же, у нас самый хороший, дружный, любимый коллектив. Клуб никогда не стоит на месте, развивается. Каждый день появляются какие-то новые новинки, новшества. То есть мы растем с каждым годом, и это очень приятно. Естественно, есть возможность какого-то стабильного карьерного роста и общения с новыми интересными людьми. Спасибо. У вас есть возможность поздравить фитнес-клуб с днем рождения. Что вы хотите пожелать? Желаю нашему пока еще молодому фитнес-клубу развиваться, расти. Каждому фитнес-клубу есть еще куда расти, то есть добиваться большинства клиентов,
чтобы они были счастливы, чтобы эти клиенты с каждым годом у нас оставались, чтобы мы им приносили удовольствие от их занятий, тренировок, чтобы они добивались результатов. Ну, фитнес-клубы, процветение, всего самого хорошего. Мы стараемся изо всех сил, чтобы людям понравилось. Мы создаем атмосферу, не просто человек пришел, отзанимался. Понятно, что качественное оборудование, все должно быть чисто, все должно, ну, не привлекать внимание для того, чтобы человек не задумывался даже о том, то есть когда все хорошо, человек даже не задумывается, что что-то не так. Поэтому мы и в техническом плане стараемся всегда учитывать пожелания клиентов и всегда быть, скажем так, следить за исправностью оборудования и нашего клуба. Но создание атмосферы – это, конечно же, благодаря нашей профессиональной команде, которая тщательно отбирается. Чтобы попасть в наш клуб, нужно пройти многоуровневое собеседование. То есть это и профессиональное знание, и образование, и человеческие качества. То есть люди должны думать, мы должны одинаково мыслить, и мы должны идти в одну сторону. И если наша с людьми тенденция совпадает, значит, мы с этим человеком будем работать. И вот благодаря такому тщательному подбору персонала и создалось то, что мы сегодня видим. Люди приходят довольны, приходят не только в клуб, конечно же, но и на тренера. И мы очень рады тому, что есть в нашей команде те люди, от которых другие люди ожидают максимального успеха и готовы бросить все, но прийти на тренировку. И на самом деле, когда любишь свою работу, это ощущается. И люди приходят с удовольствием, и мы работаем с удовольствием. Ведь наша задача – это не только потренировать человека, это подарить хорошее настроение. И поэтому без любви к этому клубу, к этим стенам нет ничего незаменимого. И заходишь сюда, попадаешь в иной мир. Мы не знаем, что дождь на улице, снег, гроза. Мы не видим, что происходит на улице. Мы только знаем то, что люди приходят сюда, занимаются и могут прийти уставшими, а уйти просто с радостной улыбкой, с легкостью в теле и в мыслях. Поэтому мы этому безумно рады. Я нашим постоянным клиентам хотела бы сказать большое спасибо. Без вас наш клуб – это ничто. Мы не можем существовать без тех клиентов. Мы не ориентируемся на единоразовую продажу. Мы работаем на длительную перспективу. И поэтому наши постоянные клиенты – это те люди, которые дают нам работу на самом деле. Да? И благодаря которым мы каждый день приходим и понимаем, что мы не сможем уйти, даже бросить людей, потому что мы уже это единое целое. И клиентам хотела бы пожелать достижения поставленных целей, потому что если не ставить себе цели, достигать неизвестно чего, это достаточно сложно. Поэтому достигайте цели, даже если на вашем пути сталкиваются какие-то трудности. Работа с телом, работа с весом – это всегда ограничения какие-то, это всегда сила воли. И люди сталкиваются с такими проблемами, которые, не имея желания какого-то достигнуть цели, очень сложно. И поэтому наберитесь терпения. Вы получите непременно то, к чему вы идете. И мы будем вам постоянно в этом помогать. Спасибо вам за то, что вы у нас есть.